Всем привет! Сегодня я буду делать дунганскую традиционную лепешечки. Буду готовить традиционную дунганскую лепешку. Для этого нам понадобится дрожжевое тесто. Вот оно. Муки. Здесь у меня 400 грамм. И растительное масло. Дрожжевое тесто. Засыпаем вот это 400 грамм муки. Наливаем масло растительное. И месим. Так, вот у них соединяем дрожжевое тесто. Вот так. Такое у меня тесто получилось. Я его хорошенько протрамбовала. Теперь дадим ему немного отдохнуть. У меня получилось 11 штук. Тесто обязательно укройте пакетиком, чтобы она не обветрилась. Прежде чем раскатывать, тесто хорошенько протрамбуйте. Потом у вас выйдут красивые лепешечки. Масло наше нагрелось. Теперь будем закидывать лепешечки. Закинем немного лепешечки и пожарится. Вот такие лепешечки мы делаем по пятницам, по праздникам. Потом мы раздаем. Мы их раздаем по соседям. Посмотрите, вот какая у нас красота получилась. Еще раз переворачиваем его. И потом вытаскиваем. Такая вот красота у меня получилась. Сейчас я их все испеку, остаток хлебушки, и будем раздавать. Почти я заканчиваю жарить этих лепешечек. Всем спасибо за просмотр. До свидания.